Приветствую всех! Меня зовут Александра Калинина, и вы находитесь на канале, посвященном джигитовке, конному спорту, лошадям и всему, что с ними связано. Сегодня я хотела бы поговорить немножко о специфической теме. Я хотела бы поговорить о том, что значит быть мамой-конником, что значит родить ребенка и остаться на коне при этом. Многие мамы задаются вопросом, что будет со мной, с моей спортивной карьерой, да, вообще с моей лошадью, если у меня появится ребенок. Как не потерять себя и стать мобильной мамой? Сегодня я расскажу о том, какие девайсы спасают меня для того, чтобы мой ребенок чувствовал себя в комфорте, а я при этом оставалась собой и продолжала заниматься своим любимым делом. Ну, во-первых, это удобная коляска. Мы сначала выбрали сток, конечно, из-за ее веса, из-за того, что легко складываются шасси, она хорошо помещалась в багажник. Честно скажу, можно было обойтись более дешевым вариантом, но главное, чтобы она легко складывалась и весила менее чем 20 килограмм, потому что, конечно, если у вас шасси будут складываться, и вы их будете потом каждый день вынимать, доставать с огромнейшим трудом, вряд ли вы от этого будете получать большое удовольствие. Сейчас малышу уже годик, мы перешли на более легкую коляску, я вам ее сейчас покажу. Это коляска Йоя китайского производства, аналог французской коляски, которая раскладывается вот таким вот образом. То есть элементарно разложить, сложить, помещается в любую, даже малолитражную машину. Легко управляется, маневренная и, опять-таки, легко складывается практически всего двумя движениями руки и, опять-таки, убирается в багажник. Следующая вещь – это кенгурушка. Мы купили, она как бы считается эргономичный рюкзачок, то есть у ребенка ножки, попа висит ниже, чем ножки, то есть чем его коленки. То есть ребенок помещается в этот рюкзачок, вот он таким вот образом вешается. Это все, конечно, ну, не очень быстро. Сюда вот он просовывается, либо сюда ножки передом к маме, либо, получается, ножки сюда, и он лицом вперед к зрителю сидит. Так мы, собственно, все время и носили, потому что сидеть головой к маме он не хотел, он хотел смотреть, что происходит впереди. Вот такая вот штучка. Вещь требуется не часто, но, честно вам скажу, редко, но метко. Иногда она так необходима, что без нее просто не обойтись. Автолюлька. Автолюлька – это отдельный разговор. Мы долго думали, какую автолюльку брать. Я долго уговаривала мужа купить Дуну. Очень много читала о ней отзывов. И, честно, не ошиблись, когда мы ее взяли. Хотя, конечно, был вопрос, зачем мы берем еще одну коляску. Цена на Дуну в магазинах, сейчас я вам ее покажу, достаточно высокая в силу ее уникальности, потому что, как вы видите, это вот какая вещь. Таким вот образом мы сажаем туда ребенок. Гордей, иди сюда. Ребенок для демонстрации. Вот так вот мы сажаем ребенка. За ножки его цепляем. Вот таким вот образом, собственно, мы ребенка перемещаем где-нибудь по магазину или в поликлинику. Затем это все опять складывается. И легко помещается обратно в машину. Вот так вот. В магазинах она стоит действительно дорого, потому что это уникальная вещь.
Китайские, есть китайские аналоги, которые стоят в половину дешевле, или же поступить так, как делали мы. Мы покупали ее с рук, подержанную, также за полцены. И продать ее можно опять-таки за ту же цену, и после второго, и после третьего, я уверена, ребенка, она будет работать точно так же, как и в самом начале, когда была новая. Мой любимейший девайс – это часы. У меня часы Apple Watch, но на рынке сейчас огромнейшее количество аналогов на любой вкус, кошелек, вообще на все что угодно. Очень часто, когда у девушки появляется ребенок, до нее становится не дозвониться, не дописаться, не достучаться. Все, контакт с внешним миром потерян. Телефон обязательно, звонок выключен, потому что малыш всегда, естественно, спит. Может быть, для кого-то, конечно, это хорошо, для меня ни в коем случае. У меня есть еще один сынок, которого я не могу бросить, и я должна быть всегда на связи. И эта вещь спасает на 100%, потому что звонки все у тебя на руке, все сообщения, все то, что тебе приходит на телефон, ты всегда можешь ответить, даже ответить на звонок с них можно. В чем еще их преимущество? Ну, для конников это очевидно, что не всегда спортсмен, сидя на лошади, берет с собой телефон. Часы всегда с тобой. Ну, и я молчу, конечно, о такой важной функции, как будильник, который будет у вас вибрацией на руке, а не визгом на всю квартиру, особенно, когда у вас спит ребенок. Ну, и самая важная функция – это поиск телефона. Телефон отзовется на зов ваших часов, где бы он ни валялся, а валяться он может где угодно, потому что мама, вся взмыленная, естественно, бросает телефон где ни попадя. Еще одна незаменимая вещь – это, конечно же, сумка, в которую вы будете помещать вещи малыша. Необходимо продумать все, сколько в нее влезет бутылочек, баночек с едой, подгузников, салфеток, пеленок, запасной одежды, ну и прочего, так как вы все-таки отправляетесь на прогулку с малышом, которая будет длиться не менее чем 4 часа. Мы выбрали вот такую сумку Джуджубе, классическая мамская сумка, которая каким-то образом вешается на коляску, честно, мы не разобрались. В ней присутствует коврик для пеленания, потом куча всяких кармашков, необходимых приспособлений для мам. Вот такая сумочка для документов, если вдруг всю сумку зальет. В сумке обязательно у меня с собой запасная одежда, запасная еда на случай, если время уйдет больше, чем я запланировала. Летом сейчас это панамка, подгузники, безусловно, обязательно, фарточек для кормления для ребенка, влажные сухие салфетки и вот такая вот вещь крайней необходимости – подогреватель. У меня самый простой подогреватель, он недорогой, в районе где-то 700-800 рублей, но вещь себя оправдала уже давно. Подогревается при помощи, соответственно, автомобильного разъема для прикуривателя. Я еще купила дополнительно разъем для обычной розетки, если вдруг мне нужно подогреть, воткнув в розетку, а не в прикуриватель. Примерно 20-30 минут на то, чтобы подогреть еду для ребенка. На мой взгляд, ну и держать, конечно, тепло, он как термос работает. Безусловно, вещь незаменимая, must have. Вот, еще одна вещь, это для тех, кто практикует естественное вскармливание, фартук для кормления, тоже вещь очень нужная. Ребенок есть хочет по часам, и, конечно же, покормить его нужно перед тренировкой. Не всегда на конюшне есть такое укромное местечко, где можно покормить ребенка, поэтому вот такая вот вещь, как фартук для кормления, он, конечно, спасает. Так что, девочки, если вы решили стать мамой, ничего не бойтесь, смело окунайтесь в радости материнства, а ваши лошадки окажут вам незаменимую помощь в восстановлении как психологическом, так и физическом.
А вообще, по моему мнению, я считаю, что нет ничего лучше, чем ребенок, который находится рядом с животными, тем более с такими прекрасными животными. Так что, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и комментируйте, обязательно комментируйте. Мне очень важно, что бы вы хотели узнать и услышать в моих следующих роликах. Всем пока!